Привет всем! В сегодняшнем выпуске мы окунемся в мир спорта и расскажем вам, чем занимаются настоящие брутальные мужики. Для этого мы отправились на легкоатлетический манеж на тренировку команды Kazan Motors, которая берет свое начало еще в 2004 году. Изначально это были такие фофановые побегушки где-нибудь во дворе, то есть на пляжах. Вот ребята по интересам собирались, и вот это все как клубок нарастало, вот, ну, как бы вот до такого уровня. У нас есть чемпионаты, соревнования, мы участвуем. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы это было чаще, но это происходит по степени готовности команды. Как только команда готова выставить и заявляется на чемпионат, то мы можем в сезон в игровой уже проводить игры у себя и также приезжать, выезжать на другие поля, в другие команды. Американский футбол – это такая квинтэссенция мужского спорта, на мой взгляд. Ну, такой хоккей на траве, но только не тот хоккей на траве, да, а жесткий, функциональный, взрывной вид спорта, зрелищный. Ну и все мы, конечно, смотрели кино и в детстве продолжаем смотреть американское. Там это большая культура, и в России она тоже развивается. Сейчас очень много крутых молодых футболистов, которые только-только пришли из университетов в главную лигу футбола в Америке. И ты смотришь на них и думаешь, а чем я хуже, если им всего лишь 20, они уже играют в профессиональной лиге, то самое время начать уже сейчас и не задумываться об этом, на будущее или как-то так. Независимо от комплекции, независимо от твоих каких-то антропометрических данных, человек может найти себе место в команде. Это очень круто и очень здорово. Хоть ты большой здоровяк, хоть ты маленький и быстрый, ты сможешь найти свою позицию и на ней выступать. Это очень круто, на мой взгляд, это как раз то, что нужно любому спорту. В Казани это сейчас единственная команда по американскому футболу, и которая до сих пор сохраняет свои традиции.